Медицинский автопоезд «Здоровье» Смоленщины, курсируя по области, наконец доехал и до Десногорска. 30 сентября любой желающий мог пройти диспансеризацию или получить консультацию узкого специалиста из Смоленска в местной поликлинике. Почти 400 десногорцев воспользовались возможностью пройти обследование у высококвалифицированных врачей. Для этого нужно было заранее записаться в регистратуре, а в день обследования с паспортом пройти регистрацию, сдать общий анализ крови, флюорографию, ЭКГ и отправиться к нужным специалистам. Чтобы каждый день было такое обслуживание, вот это было бы хорошо. За один день можно было пройти углубленную диспансеризацию, переходя из кабинета в кабинет, или посетить отдельных специалистов, которых в обычный день в поликлинике в дефиците. К нам приехали специалисты со смоленских клиник, врачи-кардиологи, врачи ультразвуковой диагностики, эндокринолог, невролог, офтальмолог, врач-отоларинголог, врач-гинеколог. Многие пациенты записались сразу к нескольким специалистам, к кардиологу, эндокринологу, к неврологу. Они получат рекомендации по дальнейшему своему, так сказать, обследованию и по лечению. Акция была инициирована депутатом Госдумы Сергеем Неверовым совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». На нехватку медспециалистов жители Десногорска пожаловались депутату еще в августе. Но быстро такую проблему не решить. На помощь пришла идея передвижного медицинского комплекса. Еще раз большое спасибо Сергею Ивановичу. Мы очень рады, что этот проект пришел к нам в город. И будем надеяться, что в дальнейшем мы сможем также пользоваться вот этим поездом здоровья. Мобильная лечебно-диагностическая лаборатория курсирует по Смоленской области с 2016 года. Для отдаленных и малочисленных населенных пунктов это пусть временное, но все же решение проблемы острой нехватки медработников. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Десна ТВ.